Первый месяц нового года подходит к завершению, а это значит, что самое время провести плановую проверку водителей. Так, в пятницу 29 января сотрудниками ГИБДД был организован рейд. Сотрудники госавтоинспекции по городу Копейску на регулярной основе осуществляют проверку маршрута транспортных средств, также водителей такси легковых, с целью недопущения снижения риска для пассажиров и снижения ДТП аварийности на дорогах города Копейска. Инспекторы проверили путевую документацию, наличие тахографов, соблюдение труда и отдыха водителями. Масочный режим также входит в план рейда. В случае обнаружения какой-то технеисправности, конечно, выносятся требования на устранение и выписываются административные материалы по статьям, в зависимости, какую нарушил водитель. В ходе проверки было выявлено 4 нарушения, 3 из которых связаны с перегруженностью числа пассажиров в салоне. За это водителям выписан административный штраф в размере 500 рублей.